Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Итак, ребят, привет-привет-привет, всем доброе утро. Мистрас у нас будет играть против MVP в рамках квалификации на The International 2014. Ну и, в общем-то, в отличие от всех комментаторов, мне почему-то повезло больше всего. Моя игра не успела почему-то начаться, но банапики были сделаны, и начинаем мы уже сразу непосредственно с игры. Для меня, в принципе, вот эта квалификация, если в американской квалификации я еще знал там более-менее команды, ну, игроков я знал, команды так себе, игроков практически всех знал, то вот здесь это для меня просто что-то неизведанное, и вместе с вами я буду потихоньку раздуплять. Сейчас я уже почти профессионал в американской доте, и вот осталось теперь еще вот эту дотку подучить. Ну, здесь я боюсь ужаснуться, конечно, от того, что будет вообще происходить в игре, потому что вот я вижу, пики настолько они отличаются от американских и вообще в целом от пиков всех остальных команд, ну, за исключением там некоторых. Ну, те же вот мистрасты, по сути, взяли более-менее такой дефолтный пик. Видим, что в миде сейчас будет попытка зайти на... О, да, слушайте, ну это ФБ 100%, замедляют и спокойно струки разваливают. Тут, конечно, очень много армора, и вроде как она бегает быстро, но в любом случае не настолько, чтобы убежать от трех героев, да еще и под замедление. Примастер какая-то шмотка. Что? Аганим? Лол. Примастера просто аганим. Да и еще и всего-навсего рарный. Это что-то такое. Так, ну и Абба у нас играет на брюмастере Никс Ассасин от товарища... От какого-то товарища. На Тренте у нас шпилит Бомбл. Интересно, у них какая-то приписка. ТНК вот на винге уже делает второй ган. Просто выходит, роумит, и вот вам, в общем-то, уже второй килл. Отлично, 2-0. Мистрасты уверенно вырываются вперед. Лакилс, Эмбер Спирит. У MVP на топе Марч, Лондруид, Райзен, Рейзен, Рейзен, наверное, так, Джакира, Нага, Куо, Хен, Шадоу Шаман, и остается у нас Форев на Батрайдере. Вот такие расклады. Фух, такс, ну, все, можно усесться поудобней и наблюдать за доткой. Мы опять видим, что будет нападение. Тренд, не стесняясь, заходит за спину. Уже неплохо продамажили. Сейчас надо найти настоящего. Настоящего нашел. Вешает личсит. На него еще попинговали. Говорит, братюня, это настоящий. Вот он, бей его ногами. Ногами, руками. Но отхиливается, понятное дело. Не так просто будет взять эту нагу. Вот иллюзии помогают выжить. Общаемся в чате, задавайте там свои какие-то вопросы и т.д. и т.п. Вот я уже вижу, у нас аж 600 человек. Хотелось бы сказать 600 тысяч. А когда-нибудь кто-то будет смотреть 600 тысяч человек. И надеюсь, я буду в этом стриме участвовать. Перед каждым матчем какие-то траблы. Ну, ребят, вообще это проклятие какое-то. Ну, вот чисто с технической стороны, да, я вот приехал в арену, тут все настроено, все готово, там какие-то мелкие настроечки нужно было сделать только, и все. То есть, грубо говоря, сами ребята из арены все сделали от них зависящее. Все остальное, это все равно, что сейчас начнется землетрясение, и мы будем, грубо говоря, там винить организаторов. Блин, вот орги арены виноваты, что землетрясение произошло. Поэтому здесь
вообще я бы ничего не стал говорить. То, что какой-то человек решил затосить и с этим борются, с это, как-то там уже все это дело порешали. Сейчас свет вырубило, но это тоже плановое было отключение, и никуда не деться. Но по факту пока ничего такого сверхстрашного не произошло. Потому что самое интересное, как вы понимаете, это будет Китай и Европа. Ну а сейчас пока... Вот мы комментировали Америку, да, там было на что посмотреть, вчера достаточно интересные были матчи, финал, Ликвиды с NAR еще не доиграли, видите, даже сервера Доты, то есть просто сами сервера Доты не работали, а если сервера Доты не работают нормально, то что говорить вообще? Опять нападает, бедная Нага, ну тут в этот раз она стан задоджила. Очень грамотно. Ну, ее тут со всех сторон. Это что-то уже, это какое-то издевательство. Эту Нагу смешивают просто вот с дерьмом. По-другому я выразиться не могу. Грубо, конечно, но так оно и есть. Ее по кулдауну убивают. Она из таверны не вылазит. И я так чувствую, айтемов у нее точно не будет. Но нет худа без добра, на топе пушится линия. И, в принципе, пока здесь нет Никс Ассасина, который... А, он уже здесь. Он шустрый, с тапочком. Третий левел. Ну, линия спушилась, так сразу вернулся. Заморозка, заморозка юзается не по таймингу, она просто моментально была заюзана, и как мы видим, тут они больше дэмэджа получили, чем нанесли. Никс Ассасин, в принципе, практически не был продамажен. Он отрегинивается. Но MVP пока показывают не очень сильную доту. Ну, против Мистраст, как по мне, шансов вообще нет у MVP. Я просто не знаю, в принципе... Насколько они сильны, я слышал о них, у этих MVP Феникс, но не видел, но слышал, но не видел. И видим, что тут Нага уже почти все-таки шестой, как она и два раза была в таверне. Тиммейты, наверное, покупали с полы, и она быстренько возвращалась обратно, потому что, как по мне, тут потлой тапка на такой минуте точно бы не было, если не какой-то хелп от тиммейтов. Смотрим, тут Никс Ассасин выписывает стан в одного крипа. Но в любом случае линию скушать будет не так просто. А нет, появилась пандочка, и все, теперь можно уже ломать. Нападают на Джакира, заморозка перед собой. Попытка уйти, но тут без шансов. Грюмастер подтянулся и спокойненько делает килл Версута. Версут дотку потише чутка. Да ладно, что дотка орет прям? Давайте я себя погромче сделаю. Во, во, вот я себя сейчас погромче сделал. Должно быть сейчас идеально. Да, я понял, все, пофиксил через 5 минут. Ребят, все вот эти вот фиксы, они срабатывают через 5 минут. Давай, давай, наваливать с руки. Ну, он как бы типа увозит, это было чисто для сейва. Естественно, убить там никак не получилось бы. Так, ну видите, у нас сейчас будет ганг. Сейчас напишу, через 5 минут... Сделал. Будет через 5 мин. Да, ну, я, видите, как бы тоже из-за вот этих всех выключений света и т.д. и т.п. настройки-то немного сбились. Я пока тут в экстренном режиме все запускал. Благо, у меня хотя бы с X-Split'а все норм. Программа, с которой стрим идет. Потому что там, если ты... Если свет включается, иногда эта программа просто все настройки сбивает, а настроек там ого-го сколько, и это такой трэш. Брумастер на хосте! Бежит! А, смотри, 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 клава, клава. Ох уж эта клавиатура. У всех клавиатур есть какой-то глюк. У меня не было ни одной клавиатуры нормальной, у которой бы не глючило. Я смотрю, тут не только я. А самое интересное, что я бы назвал марку этой клавиатуры... Но не стану, не стану. Знаете, не покупайте клавы, вот... Ладно, не буду, не буду, не буду. Просто у меня дома, вот, когда мне Empire присылали клавиатуру от вот этих нехороших людей, она точно так же. Знаете, у меня какие были глюки? Я захожу в ВКонтакт, включаю себе музыку, и она начинает резко переключаться автоматически. Знаете же, да, на клавиатурах есть кнопочки переключения музыки на некоторых. Вот на той тоже такая тема была, и у меня начинает просто... Комп, нет компа, браузер тормозить из-за этого, потому что там, ну, клава тупит, не знаю, в чем причина. А сейчас вот тут кнопка залипает влево, ну, это забей. Причем это топовый бренд, как по мне, ребятам стыдно должно быть, стыдно.
Тынь, станчик. Но с руки дэмэджа не хватит, манабур на щеточку, Карапаси подрубил. И теперь только надеяться на стан, если только он не убежит. Но он, судя по всему, убежит. Чакира подтянулся в мидл. И посмотрите на этого задрота. Его столько раз загангли, а он деньги имеет очень даже неплохие. Когда пабы? Ну, когда? Когда-нибудь. Пока не знаю, ребят, обещать не могу. Не особо понятно. Radiant's mid tower's coming apart. Так. А? Ой-ой-ой, это минус. Ну, мы электричество добываем, я сейчас вот на велосипеде педали кручу, а у Вилата там начало бомбить в одном месте, мы подключили, использовали этот ресурс, так сказать, во благо, и электричества пока хватает. Так что все нормально. У меня тоже слегка начало бомбить, но не так жестко, поэтому ко мне присоединять не стали. Меня посадили на велосипед, чтобы тоже был хоть немного полезен. Проблемы. У Наги юзает сразу слип, а Брюмастера это заслепить не удается. И этот слип может быть провальным. Или все-таки засейвит. Получается засейвить. И переключаются на Джакира. Стан по Батрайдеру. Батрайдер, ребята, вы че такие злые? Firefly нормально нажигает. Джакира минус. Отъезжает также Никс Ассасин. Батрайдер очень побитый, но его минуснуть надо. Каким образом у Брюмастера в кулдауне? Клэп отъезжает Брюмастер. Вошли в разнос. MVP. Неплохой файт проводит. Подтянулся сюда товарищ Эмбер Спирит. Давненько его не видел. Я даже немного соскучился. Хекс. Так. Мансовать. На фейзах уходит. И слушайте, MVP-то показывают, что в доту играть умеют. Ого. Ого. Ребят, это эта команда, вы ее видите? MVP Феникс. Топ-1. Все. Они, короче, он дезолятор делает. Он делает дезолятор на ландруиде. Айтем, который просто... Я раз 100 говорил, что офигенен на этом герое. И вот он его делает. Не, я же понимаю, что на самом деле он нифига не офигенен. Это я на нем покупаю дезолятор и проигрываю все игры. Но он делает то, что мне кажется крутым. А это означает, что все, я фанат. Записываюсь. Дезолятор. Че, серьезно? На 11-й минуте? Лал. Обалдеть. Вот это прикол. И посмотрите теперь на этого Мишку. Он в лицо будет такие плюхи отвешивать. Корни, если сработают, все, давай, до свидания. Опа. Нага приехала. Ну, я смотрю сейчас на Ember Spirit, и у него 2-0. У Ember Spirit есть Ring of Health, Faze и Sticky. Ну, там роба какая-то, да? Скоро будут барабаны. Я смотрю на вот этого вот дядю, и вижу у него медведя. 2700 хп, дезолятор, 110 урона. Вот что он делает с Никсом. А это Никс, у которого Пурман Шилд и... А, нет, у него просто обычный щиток. И у него есть армор. Что будет с каким-нибудь... Слушайте, а у всех тут есть армор. Тут такие герои, что у всех есть армор, кроме Трента. Но Трент сам по себе толстый, поэтому тоже не будет супер страшно. Медальку бы еще кому-то купить. Там же еще Риптайд есть, который армор снимает. Так, ставится Риптайд. 2 секунды до слипа не успеет заюзать без вариантов. А тут 2 секунды, просто на 2 секунды позже бы напали. Нага бы была сейчас жива. Оп. Бласт хитит все спокойно Никс. С изолятором это ВРА ломать очень удобно. Стоит довольно дешево. Трента отцапнули. Ну, Мишку сразу подстанили. Винга, свап. Станчик надо кому-то выписать. Выписывает стан, но это последнее, что она делает. И умирает. И что-то MVP, собравшись вместе,
трастов-то насаживают. Бам. 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 Тавр вообще отвалился очень быстро. Мне кажется, даже змейки не обязательно было юзать. Змейки можно было бы нажать, если был бы какой-то файт. А так, даже без змеек легко справлялись. Хорош. А, вон уже в чате пишут. Инфа 146%. Да, ребят, вот ты прав. Написал Марку. Я не стану просто в стриме об этом говорить. На своем бы стриме я бы сказал, не знаю, можно ли здесь о таком говорить. На своем бы я бы обосрал их с ног до головы, ибо нехрен. Ну а тут. Вдруг. Вдруг. Так, а тем временем Бэтрайдер себе выфармливает форс. 14-я минута. Даггер форс. Довольно неплохо. Слушайте, нет, ну умеют играть эти ребята. Я думал, что тут вообще будет беда. Я думал, Мистрасты выиграют у MVP в Салатину, которые... MVP вообще никакие. А MVP-то оказывается еще... Ого-го, какие. Медведь там делает грязь. У него 1,5 косаря на кармане. Он очень быстро себе купил дезолятор. 11-я минута. Дальше, конечно, фарм у него немного... Подостановился. Ну, не то чтобы подостановился, темпы уменьшились, потому что его перестали фидить. У него было 2 килла на первых вот 10 минутах. Потом он еще сломал тауэр и получил очень жесткий буст. Сейчас же... Так, Бэтрайдер полетел, полетел. Вытягивают. Свап. Никс Ассасин станет. Сейчас в чате пишут, смогут ли MVP хотя бы одну карту выиграть. Интересно. Вот, как мы видим, они еще это могут легко выиграть. Ой-ой-ой, Брюмастер разбивает каст ультимайта, но в любом случае он его юзает. И проблемы у товарища Мишки. У Мишки 350 хп, отправляет его в полет. Приземлять его надо и убивать. Вот это чувствую, сейчас приземлят и сам умрет. Ты посмотри, как много урона. Но нет, медведя все-таки забрали. Проблемы у Бэтрайдера. Бэтрайдер тоже должен умирать. Заморозочка очень даже неплохая. И просто-напросто тп-аут. Грамотно здесь поступил Джакира. Царюга. И все, на этом файт заканчивается. Потеряли двоих MVP. Сами вылезли из базы, сами пошли драться. И вот их не простили. Как-то не хватило дэмэджа через ультимейт Бэтрайдера. Цепанули, а сделать ничего не смогли. Shadow Shaman что-то тут фармит, обходит его со всех сторон, но у него есть скролл. Как только увидел, сразу ушел. Ну, как мы видим, мап-контроль у MVP тоже довольно хороший. Он не стоял там до конца, не отдался. Все делается довольно четко. Выходит в фаст аганимчик Брюмастер. Как фаст? Даггер вначале взял, понятное дело, что без даггера аганим покупать не ок. И вроде игра немного подуспокоилась. Посмотрим на Мишку. Мне больше всего интересен именно этот товарищ. Взял он платмейлы. Его в прошлый раз там затыкали, но не затыкали физухой. Его затыкали магиями. Клэпы всякие, станы Никса, венги и т.д. и т.п. Кучу magic damage всадили. Ему на самом деле больше сейчас важен левел, нежели вот этот платмейл. У него и так армора достаточно много. У него, ну, без этого платмейла 10 армора, с этим платмейлом, ну, 20-ка, да, конечно. Гораздо плотнее становится, но все же. С 10-кой армора резист физически тоже очень высокий. Ему сейчас главное поднять 11-й левел, чтобы ульта была пожестче. Пассивочка он промаксил, да и вот, чтобы Рэббит был. Так, вот Райдер там кого-то цапнул. Ага, на топе. Даже не на топе, а в лесу. А что тут Ник сделал? Он, видать, гангл. Центричник. Вы посмотрите, какие они грамотные, а? Прочувствовали этот момент, поставили сентри. Мобхакеры, что ли? А, вот оно что. Вот оно что. Опс-вард, сентри-вард. Никс Ассасин тут прошел. Они поняли, что он идет к ним. И поставили центричник. Вот так вот, MVP молодцы. Проблемы у Лондруида. Лондруид приехал. Это точно конечная. Купил себе еще один армор и скролл. Ну, во всяком случае, не теряет деньги перед смертью.
Мистрастов? Мистрастов, да, я комментил, но MVP Феникс я не комментил точно. Сборка демона больше всего нравится, пишут. Два сапога и рапира. Не, ну, это, да, это элитный сбор, тут не поспоришь. Успевает заюзать Хекс, но это единственное, что он успевает сделать, заморозка. И отступают. Ну, не были готовы принять бой, я не понимаю, зачем тогда они тут стояли. Тем более под змейками, по-моему, можно было попытаться пофайтиться как-то. А у Бэтрайдера не было ульты. Даже Firefly был в КД. Нага фармит лес, у Наги уже есть Сакрет и скоро будет Радианс. А это не очень хорошие новости для Мистраст. Так. Улетает Эмбер Спирит. У Эмбера есть деньги на БФ. Тоже довольно хорошие новости. Но вообще в Эмбер Спирита, керри Эмбер Спирита, я, наверное, единственный комментатор, который не верит. Я верю в Эмбер Спирита, который стоит в миде. Да, он силен. А вот керрирующий Эмбер Спирит для меня это слабое. Что-то слабенькое. Здесь, по сути, ну, поддержка очень хорошая. Есть Брюмастер, есть Никс, который поддержит в замесе неплохо и потанкует. То есть, по сути, Эмбер Спириту не сильно нужно будет париться для того, чтобы, слушайте, это еще сделали его кулдауны ремнантов, которые, да, стоят. О, прикольно. Прикольно. Раньше же вроде не было, но, во всяком случае, я не видел этого. Значит, добавили. Так, на Рошана пошли. И вот, кстати, один из огромнейших плюсов вот этого дезолятора. Это изи убиваешь Рошана. Вот у него армора просто нет. Нагу бахнули. Это не страшно. Пока они убивали Нагу, тут уже у Рошана треть хп спала. И надо его добивать. Змеяки не жалеют. Все правильно. Шэдоу Шаман. Шэдоу Шаман выбрал идеальную позицию. Опа, цепанули Никса. Ну тут надо Рошана добить. Никс Ассасин в гуще событий. Никс Ассасин Аегис не забирает. Аегис у Лондруида. Все четко. Станчик на Шадоу Шамана. Но он успел раскастоваться и умирает. ТНК тоже минус. Абба. Теперь твоя очередь, братюня. Юзай ульту, иначе умрешь. Он максимум времени тратит. Юзает ультимейт. И давай разваливать этого Батрайдера. Сейчас тиммейты должны пойти помочь. Здесь они дерутся. Эмбер Спирит. Есть ульт. Прыгнет. Юзай, чувак. Или умрешь. Лол? Он хочет драться? Он стики пожал и уходит. Нага слипит. Рептайт тычка. А, дагер. Окей. Окей, окей. Тут еще буквально 300 голды будет аганимчик. Но команды это показывают уровень. Слушайте, мне будет что рассказать на аналитике. Я думал, что я сейчас посмотрю, короче, на эту игру и приду, короче, там, в перерыве на аналитику, скажу, ребят, тут такое дело, мне вам нечего рассказать. Не на что было смотреть. А оказывается, есть на что смотреть. Нага Сирен. Ага, минус. Марч. В общем, мне уже нравится этот игрок. Играющий через дезолятор. Дезолятор Кираса. Кто зайдет на дотабаф, увидит у меня дезолятор Кирасу. Я даже вам потом не поленюсь в стриме покажу. Дотабуфуф. Блин. А, это как шопу этот дотабаф? У меня тут... Я не знаю, тут переключение языка не на Ctrl-Shift. Все. Точнее, не на Alt-Shift. Я ливаю. Ага. Станчик выписывает. Очень неплохой получился от Никса. Но что-то... Что-то, по-моему, далековато немного зашли Мистрасты, их растягивают. Два в один размен, два в два. ТНК пытается уйти, но его уже здесь приговорили. Мишка его съедает. Брюмастер без ульты, 20 секунд кулдаун. Вот без ультимейта Брюмастера решили пойти подраться. Никс опять выписывает довольно хороший стан. Эмбер Спирит байбекнулся в этом файте, я так понимаю. По заднице ему. У него нет ремнантов, вот он прыгает на последний, и он приехал. Абба делает килл. Мишка. Байбек от Бэтрайдера. Корни, если пропрут. Левин армор. Ой-ой-ой. У Брюмастера ульта откатила. Если этот товарищ умрет, Марч выживает. А у него же Аегис, все понятно. Он не боится.
меня же Аегис, мы даже его не выбили. Эмбер Спирит должен умирать. Тычечку, тычечку, еще тычечку, еще пару десятков тычечек. Живучий паразит, но, конечно же, он умирает. Левин Армор не бесконечно действует. Брюмастер уходит с ТП. 20 на 12. Хорошо. Хорошо. Radiant's bottom towers seem better days. Лол. Интересно. Это как в фабрике, знаете, типа, кому-то что-то не понравилось, он отправил курьера на Фидел. Такая вот дотка. Так, 100-то баф. Во. Ну-ка, я себя найду. Версута. Сейчас найду, чувствую, столько версут, что ого-го. Версута фан клаб, версута фан клаб, да, версута дай, версута атак, версута тимфайт, вифор версута, версута диспан, версута 228 тим, версута сон оф шакал, лав версута, версута рейдж, рашен версута, версута красавчик, версута гейминг, версута сын собаки, боже, охренеть сколько фейков веселых, да ну нафиг. Боже мой, так, а где настоящий? И ни одного настоящего, самое что интересное, нет настоящего. Это что, шутка такая? Где настоящий? Ладно, напишем тогда Нави. Нави. Версута. Во, нашел. Нашел. Я нашел. Так, матчи. Так, матчи. Герои. Лондроид. Во. Так, все, стату нашел с лондруидом. Вот вам покажу потом, посмотрите. Я, кстати, на лондруиде. Да ладно! Вы не поверите, ребят. Я не смогу вам показать. Тут же не показывает айтемы самого Мишки. Показывает айтемы только самого лондруида. А Мишки, не вот этого товарища, айтемы не показывает. Показывает только айтемы Лона. Вы прикиньте. Вот стой, конечно. Ну да ладно. Трента ловят, это минус. Бахнули его очень быстро. Брюмастер, братюня, только что твоего товарища убили. Зачем ты врываешься? Неужели он сможет убить? Да, он убивает. В соло просто ворвался и разорвал эту магу. Ядреням собачьим. Булыжник. Доджит Батрайдер даггером. Банка. Тычку. Еще один хит нужно сделать. Да, она просто-напросто сгорает там от чего-то. От Джакира. Феникс. Фениксы могут. Абба. Половит его в лосо. Медведь с кирасой дезолятором. Здравствуйте, минус 12 армора. Ого. Себе. Слушайте, у меня, короче, раз, два, три... 4, 5, 6. 6 матчей подряд выиграно лондруидом. Это вообще законно? Правда, один матч был сыгран 10 месяцев назад, следующий через 2 месяца, следующий еще через 2 месяца, следующий через месяц, потом еще через месяц, и потом я проиграл. Еще через один месяц. То есть с периодичностью примерно в месяц я играю на лондруиде. И процентов на 80 я побеждаю. Нормально. Во всяком случае, за последние 10 месяцев. Батрайдер где-то цапнул. Никса. Привезли. Карапаси. Никса Сасин успевает дать стан. Его свапают, и он уходит под Виндеттой. Ну, а Винга это был суицидальный свап, естественно. Для того, чтобы спасти своего тиммейта. То есть, по сути, я шарю, как играть на лондруиде. А учитывая, что я на лондруиде по КД покупаю именно дезолятор и кирасу, стараюсь сделать, то, походу, этот марч... Такого же склада ума, как я. А это... это не самое лучшее, что может быть для дотера. Но все-таки. Блин, пойду-ка я, ребят, дверь закрою. Что-то подуло холодом.
Так, ну, знаете, вот я уже доволен, мне нравится. Первая карта, она просто ультра веселая. Уже 21 килл сделан командой Мистрас, 18 киллов ребятами из MVP. Вот в таких играх ты всегда забываешь включить Netwars, всегда забываешь посмотреть графики. И давайте я все-таки включу, покажу вам. Сорьки, ну пока еще тоже не особо раздуплился, поэтому извиняйте. 12 тысяч золота, почти 10 тысяч экспы. И лидируют MVP. Фениксы жарят. У ребят из Мистраст жарит Абба. Вот он на брюмастере делает дело. Все остальные пока так себе. Эмбер Спирит 1 БФ за 30 минут. Ну, типа он нафармил 4000, которые Лондруид нафармил за 10 минут. Ну, правда, у Лондруида тоже не супер, как бы, пока Netwars. Вроде разница на 3000 за 29 минут. Это не супер огромный результат. Но три косаря в любом случае это круто. Тут еще как минимум надо второй БФ сделать. Дальше там еще какие-то айтемы. Никс искал. В итоге ничего не нашел. А теперь не только дизолятор, еще и Кираса. Рошан плачет. Говорит, ребятки, вы чего? Видели они, там Ремнант стоял. Вижен был. Но их это не смущает. Рошана в наглую забирает, и они успевают его, конечно же, убить. А Егис очень уверенно играет MVP. Вытягивает Вингу. Винга попадает под фокус, и тут без шансов. Бам, бам, бам. Дай, мазафака, дай. Я думаю, это с отсылкой на вот эту штуку. Где там никнейм такой был парень придуман. Ну что, будут заходить MVP на хайграунд? Слушайте, я люблю MVP. MVP просто best of the best. Лучшие. Смотрите, они вообще не боятся ничего. Они идут и выигрывают. Они просто взяли два раза подряд Рошана в наглую. Идут на своего противника, имея преимущество, его реализуют сразу. Они не сидят, не фармят себе там еще более жесткие айтемы, чем у них имеются на данный момент. Ведь, по сути, всегда можно сесть, пофармить там еще минут 50. А чё бы нет. И потом только идти на ХГ. А он про... Ой, все, короче. Я точно их фанат. Да боже ж ты мой, что такое? Так, 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 так. Что мы тут видим? Мы видим Никс Ассасина. Мы видим. И больше его никто не видит, потому что он под инвизом. Вот такие мы жесткие. Даже невидимого героя видим. Нага дает разведку. Увидели брюмастера. И все. Ну и вроде бы подутихло. Подумерили немного свой пыл команды. В основном это MVP и Феникс. Причем они, кстати, по киллам-то проигрывают. 21-19. Как ни странно. Но видите, какой у них пик, какой итем билд. И насколько интересная задумка. У медведя в данный момент атака 0.74. Зато дэмэджи у него под 200. И он минусует армор очень жестко. И это... как по мне, решает просто практически на 100%. Так, проблемы. Мишка, надо доконтролить свою бандочку. Привел ее к себе. Брюмастер. Огненную, братюня. Вот, огненную отправили в полет. Решил отстать от этого товарища медведя. Подтянулся сюда Шадоу Шаман, поставил змейки. Шадоу Шаман очень побитый, Винга его отпускать не собирается. Тран Протектор каким-то образом цепанул той, но цепанул двоих. Нормально получилось. Гем выпадает, его никто не забирает. Фениксы немножко тут, конечно, подфидонили, но основные персонажи живы. Отъехали только Бэтрайдер да Шадоу Шаман. Не супер страшно. На Мишку там был потрачен ультимейт, но у Мишки Аегис, поэтому его не стали дальше бить. Немного неожиданный получился файт для
MVP. Суперсута играет на друиде. Да, я бы сыграл. Что-что, а на лон-друиде показать контроль это я могу. Так, Джакира встрял. Это заморозочку. И это минус. А, лол, надо оффлайн поставить. Ну, видите, вот Steam оффлайн. Бахнуть. Мишка купил Джавелин. Но у Мишки Аегис. Правда, он, судя по всему, умрет два раза. Мишку будут кайтить. В это время снизу падают. Падает пока тауэр, но сейчас начнет падать барак. Очень долго убивают медведя. Медведя с горем пополам сгрызли. Ломают барак, но там глиф. И решили отступить. Потеряли Джакира только. Вообще довольно дорого им достался этот Т3 Тауэр. Выбили Аегис, потеряли Мишку. Потеряли Джакира, потеряли Батрайдера. Сломали только один Т3 Тауэр. Это не супер страшно. Учитывая ситуацию Мистраст, они пока проигрывают. Я не знаю, почему MVP начали вот так вот фейлить. Соберитесь вместе, ребята, у вас все хорошо. Соберитесь вместе и идите закончите эту игру. Но они зачем-то начинают делать какие-то кривые мувы. И я подмечу то, что в принципе это не сильно повлияет. Потому что следующий Рошан как появится, заберут его 100% фениксы. Сейчас, секундочку, ребят, поставлю статус офлайн. Заберут 100% их фениксы. И... далее просто-напросто за счет сыра Аегиса пойдут и закончат. И я уже не говорю о том, что у них лейт в 10 раз сильнее. Нага уже там потихоньку в баттерфляй выходит. Нет, Тревела, Манта. Боже, тут айтемы, конечно. 16600 нетворс. Почти 16 тысяч у лондруида. Здесь единственный керри это Эмбер Спирит. И тот, кроме двух БФов, пока ничего не имеет. Да, MVP тут точно... Если тебе не тяжко так много комментить. Ну, я не один так много комментирую, все много комментируют, но что поделать. Такие квалификации тут, ну, скоро будет проще, скоро будет поменьше. Вот сегодня, наверное, самый сложный день, один из самых трудных дней, потому что я спал всего 3 часа, кто-то вообще не спал. Вот. И поэтому... Ого. Поэтому сегодня будет чуть посложнее, чем остальные дни. Поэтому я сейчас вот так вот комментирую без излишних эмоций. Потому что если я сейчас буду сидеть там... Enigma Black Hole! Боже мой! Кровь кишки! Чьё-то ухо! Я просто-напросто не доживу до конца стрима. Ну, с дабл дэмэджем, когда Ember Spirit, это страшно. О, боже мой. Разорвали Shadow Shaman просто в клочья. И если Марч отъедет, это будет беда полнейшая. Он тоже умирает. Байбекнулся Shadow Shaman. Тренд Протектор еле жив. Нага сприт пушит, но опять же у нее ничего не выходит. Они начинают играть в мышиную доту. Мышиная дота это плохо. Ну, реально, зачем они это делают? Она им не нужна. Они выиграли бы спокойно в мужицкой доте. Они решили поиграть в мышиную доту. Фениксы меня разочаровывают. И это печаль. Что они делают? Они не могут трезво оценить свои силы. Нага слепит. Ага. Но бараки все равно сломать не удалось. Это милишный барак, который как бы не стоит бить. Проще было бы рейджевой все-таки сломать, учитывая, что нага тут одна. Жадная нага. +29 на +22. По факту киллов очень много. Ну, я бы не назвал MVP командой топ-1. Ну, тут в чате троллят, да, если серьезно откомментировать этот момент. Ну, понятное дело, что не команда топ-1, но они умеют играть в доту. У них есть своя задумка, у них есть четкий план, который они выполняют. Но вот, как мы видим, они отклонились от своего плана.
И вот к чему это привело. Зачастую у многих команд не хватает именно этого. Они пока, понятное дело, еще на стадии становления. Там еще учиться и учиться. До топовых команд им ого-го сколько. Но с чего-то же надо начинать. Не все же рождаются сразу там профессионалами с опытом нереальным за плечами. Поэтому тут особо придираться смысла нет. Они показывают хорошую дотку. И единственное, что вот сейчас это их отклонение от страты. Они спокойно ходили вместе и выигрывали файты. Их все должно устраивать. И они почему-то перестали это делать. И это непонятно. То есть причин реально непонятно. Это все равно, что ты приходишь там, не знаю, на работу, тебе все нравится, там зарплата и все остальное, сама работа и т.д. и т.п. И ты просто берешь и не идешь на эту работу, идешь на другую работу, которая тебе не нравится. Какое-то странное сравнение. Какое-то очень странное, сраное сравнение. Очень странное сравнение, но примерно как-то так можно объяснить действие. Ты когда выигрываешь, тебе же нравится, правильно? Какой смысл делать вещи, из-за которых ты проигрываешь? И сейчас вот MVP делают вещи, из которых сливаются. Но опять же, их лейт настолько силен, что я даже не знаю, чего тут должно произойти, чтобы они проиграли. Они должны прям совсем жестко тупить. Очень жестко. Ландруиды нужно уже себе... А, у него 17, да, у него нормально, 2200. У Мишки Кираса, Дизоль, МКБ. Тупо дэмэдж айтемы. Все на DPS. Итак, на базу заходить не хотят позволить мистрасты. И будут драться вне базы. Брюмастер ворвался, поймали пандочку. Пандочка приехала. Бедная пандочка. Рошан. А, еще одна пандочка есть, да. Вызывает, сразу идут на Рошана. Фениксы очень интересно сейчас поступили. Бедный Рош. Сыроегис. Брюмастер Кирасу сделал. Брюмастер вообще делает игру своей команде. Абба. Если бы не Абба, они бы сейчас уже давным-давно проиграли. Это я вам говорю со 100% уверенностью. Пипец. Что этот Абба делает брюмастером? Ну, опять же, тут нельзя сказать, что он супер крут. Почему? Потому что в мид постоянно приходили гангли эту нагу. И Абба был обязан вот так вот играть. Ага, станчик. Нага слип, в принципе, вроде успевает заюзать, но не хочет его юзать Карапаси. Но они просто-напросто даже не собираются убегать. Как мы видим, тупо убивают. Тренд ушел. Брюмастер тут подфармил и тоже уходит с дакера. Топ-линию Эмбер Спирит подпушит. Скролл у него есть. 4000. Надо рапиру делать. Вот в этой игре надо реально рапиру делать. Неужели он сделает Дейдалус? Да, он сделал Дейдалус. Ну, мое мнение, рапира спасла бы ситуацию, но не Дейдалус. Он себе еще деньги оставляет на байбек. Поэтому сам Дейдалус он даже не доделал. В этой игре реально нужна рапира. Никакие вот эти криты, они не помогут. Только рапира. Чтобы ты прокатывался по противнику и убивал его. А так, смотрите, он их не сильно-то и дамажит. Ну вот он брюмастер ворвался. Пытается взять Джакира. Джакира там живет, дает раскаст. Теперь надо убивать лондруида. И лондруида, посмотрите, вот эти два элементаля его раздамаживают очень больно. Лондруид пока мансует. Где-то пандочка. Пандочка вообще непонятно где бегает. А пандочка бегает за Эмбер Спиритом, у которого осталось хп не так уж и много. И Марч съедает, судя по всему, сыр. Потому что хп полный. Походу он взял и сыр, и Аегис. Даже не смотрел, кто там взял сыр этот, но Аегис точно взял Лондруид. Ну и можно спокойно... Да ну, ребят, вы куда? Почему? Можно спокойно идти дальше. Не? А, ну... Почему-то не хотят ломать. Двух суппортов убили, Эмбер Спирит. Эмбер Спирит теперь уже может себе позволить купить Дейдалус. Но почему-то не покупает. У него же будет на байбек. 1500 стоит... Ну да, 1500 стоит байбек. За смерть с него снимут
660 голды. Нет, не хватает, лол. Да, но уже 43-я минута. Что-то как-то быстро эта 43-я минута наступила. Неожиданно. Так. Это что такое? Два жевелина. Оу. Оу, щит. Это сурово. Он делает себе МКБ, а не Дейдалус. Это реально сурово. А зачем ему МКБ? Против кого? Там же нет никаких... Нагас Баттерфляя. Ну тогда понятно. Трента бахнули. Вытягивает Вингу. Ну, Эмбер Спирит здесь явно ничем не поможет. Может вместе с Вингой отправиться в таверну, но это не очень хорошая идея. Фениксы вылезли... Мистраст вылезли из базы, и их Фениксы за это наказывают. И вот теперь дружные компании идут по миду. 30 секунд не будет Винги, байбека, естественно, нет. У Трента так-то байбека нет. Но Трента появится пораньше, на 10 секунд, и может быть он успеет. Ну вот фистами змейки, ну фисты змейки не бьют. И соответственно вот эти змейки нестабильно вносят дэмэдж по тауру. Очень неприятно. Мишка вообще-то тавр съедает. В прямом смысле. Смотрите, он раз, раз. О боже мой, какой урон дикий. Башер себе еще Мишка прикупил. Буквально один хит еще сделать этому бараку. Ну дальше ж промахи пошли, промахи. Ну там же, МКБ, какие промахи. Он не промахивается. Одну пандочку убили. Поймали Джакира. Джакира тут вроде живет. Вообще, Брюмастер уже не очень работает. Смотрите, уже наступила 45-я минута, а Брюмастер практически бесполезен на такой-то минуте. Эмбер Спирит наваливает с руки, очень больно. Пандочку пытается взять и убьет же эту пандочку. Да, так и есть. Разваливает ее, но бараки-то сломаны. Толку убивать. Нужно вне базы драться. То есть, если Мистрасты запустят в следующем файте на свою базу MVP, то там просто будет суицид. Они ломают тауэр, ломают бараки, заканчивают игру. Тревела. Берет себе Эмбер. Такое себе... базы все равно вылезти. Ну вот они и будут пытаться по ходу дела пойти сами как-то в бой. 20 секунд там, ну достаточно долго, в общем, еще пока не будут, не будет игроков команды Феникс. Можно сломать как минимум Т2 Тауэр. Может быть они дальше будут навязывать драку. Вообще это было бы неплохо. Слушивает спокойненько Лакелс и отправляется к тиммейтам своим. Ну что, сейчас все может на самом деле закончиться. Если будут ошибаться. У меня вопрос. Нага, ты какого черта не на базе? Где ты гуляешь? Залетная. Байбек у нее есть. За дивизии. Батрайдер вытянул Трента. Его сразу начинает пропустить. И Трент должен отъезжать, ничего не заюзав. Так и есть, ничего не юзает. Падают бараки. Это не страшно, одна линия, ерунда. Другой лайн они точно сломать не смогут, разве что только трон. Джакира просел, но Джакира жить будет. КП мало, но вроде живет. Джакира подставляется. Ну, контроль протюнил, он стоит, тебе ничего не делает. Шикарнейший контроль от Брюмастера. Аба немножечко фейлится. Змейки начинают его фокусить. Плюс еще пандочка, и это минус. Попадает гем, сломали линию, потеряли двоих. У Брюмастера байбека нет. Не хватает. Ну и все, надо идти заканчивать. Не? Три-триста. Если тут рапиры не будет, то не будет победы. Три тысячи лондруид.
Аганимчик есть. Дискорд, и боже мой, сколько всего сейчас будет вливать Джакира. Очень много. Графики там 20 тысяч, но по XP пока ровненько. Пошли на топ. И сейчас будет битва за последнюю линию. Кто же выиграет этот файт? По-моему, тут уже все понятно. Сейчас съедят тауэр за секунду. Слив Нага не подпускает. Сразу юзается глиф. Слив заканчивается. Нападение. Джакира пострял. Джакира должен умирать. Да, это минус. Пандочку тоже убили. Тренд протектор выгнал. Выгнал всю вражескую команду. Тут спритпуш идет. Эмбер Спирит догоняет. Привязать. Есть стан. Привязать пока не получилось. Но в любом случае ее убивают. Вот так вот разорвали на части. Опять же рассредоточили силы свои. Пандочка еще чуть-чуть добивает. Так, теперь что? Ну, пандочка теперь точно умрет. Теперь бы еще самого лондруида убить. Да, так и будет. И его убьет. На всех хватило дэмэджа. Криты там по 900. 5000 голды. Вот это будет реально жесточайший матч, если его выиграют мистрасты. Они могут выиграть. Они реально могут выиграть. Даже с мега-крипами могут выиграть. Потому что Эмбер Спирит может дефить очень долго. Главное купить себе сейчас две рапиры. Ну или хотя бы одну и Дейдалус. Дейдалус он сейчас уже может себе взять. Рецепт на Дейдалус. Курьер летит. Покупай себе, братюни, еще сразу сакрет. Или не хватит? Подождите, нет, не хватит. Что-то у меня с математикой не очень. Рецепт на Дейдалус. Полетел курьер сюда. А это означает, что мистрасты сами пойдут в пуш. Тем более, что мишки-то нет. Точно. Ну, Шадоу Шаман ставит змейки. Бам-бам-бам-бам-бам. Так-так-так-так-так. Провал полный. Два удара, четыре дырки. Или один удар, четыре дырки. Неважно. В общем, ему хватило. Тренд юзает ультимейт. Аба очень побитый. Ульту успевает раскастовать только благодаря вот этому свапу. Ой-ой-ой, как же Винга его спасла. Шикарнейший сейв. Бэтрайдер отваливается. Джакира уходит. Брюмастер отпускать не хочет, отправил полетать. Надо приземлить и по голове булыжником. Бьет, бьет, бьет с руки станчик. Брюмастер рядом, лондруид рядом, а у него, в общем-то, нет мишки. И он не может драться. Банки! Да. Отхиливается. Этого уже точно не отпустит. Отрубается Firefly. В это время на базе упал еще один тауэр. Не, мистрастом, конечно, выиграть эту карту будет очень сложно. Можно, но тяжко. Дейдал себе Эмбер взял. 3700 голды. Но он, смотрите, он иллюзию убивает. Год. Поэтому сомнения и появляются. Сыроегис забирает просто и то, и другое. Нормально живет. Ему надо еще Мьёлнир какой-то купить на себя, одеть и идти драться. Это реально круто. Аура Винги действует, минус 40 урона. Ого. Нага. 2700. Нага вообще старается не суваться в файт. Она по технике бесконтактного боя. Так, кого-то поймали, поймали Батрайдера. Это минус. И у Брюмастера есть ультимейт, все в порядке, он ждет удобного момента. Он за этот ультимейт, тренд бахнул свой ульт.
пытается уйти, хп у него очень мало, нага, боже мой, ее развалили за секунду, а в это время горит база, ставится пачка змеек, и горит реально база, и как бы со всех сторон все горит, просто непонятно, как это все дело дефит, разделились свои силы, киданули брюмастера, брюмастера тут, конечно же, оприходовали, это минус. Байбек от брюмастера, ну, в общем-то, голый трон. Бараки не сломали. Ребят, вы столько сил потратили на то, чтобы сломать Т4 товара. Вместо этого сломали бы бараки и были бы мега-крипы. И там уже как бы дело в шляпе. Но почему-то они ломают именно товара. Какая-то неприязнь к товарам. А что, кстати, у Мишки? Что он себе купил? Куда он дел свои бабки? А, БКБ взял. О. И на себя тогда БКБ, чтобы не стесняться совсем. Что там станов очень много. Физдемеджа прилично, но у него против физдемеджа есть куча армора. Что спасает его немного. Опа! Опа! Что появилось? Что появилось у Эмбер Спирита? Ну, пока еще не появилось, сейчас появится. Ну что, это... Last push. Может быть, конечно, и не last, черт его знает. Если выиграют файт, они закончат игру. Идут ломать трон. Очень щекотливая ситуация. Сейчас нельзя ни в коем случае ошибаться. Ошибается Эмбер Спирит? Нет! Все четко было сделано. Его сразу же свапают моментально. Эмбер Спирита хексят. Пытаются его как-то контролировать, но он прокатывается все-таки фистами своими. Тренд без ультимейта. Левин армор повесить не успевает. Заморозили. ТНК пытается убежать. Эмбер Спирита никто не трогает. Но убили всех остальных. И теперь очередь Эмбер Спирита. А он с рапирой. И тут, конечно, уже точно ГГ. Выпадает грапира. Забирает ее Нага. Выложил Аквилу. Как он мог выложить Аквилу? Поменять на какую-то рапиру. Аквила работала ему верой и правдой 50 с лихом минут. А он ее вот так вот взял и выбросил. И на этой нотке заканчивается у нас карта. 40-40, ребят. 40-40 за 56 минут. Обалдеть. Просто 40-40. Кто-нибудь вообще верил в такое? Я нет. Так, надо быстро.